Вот она, термоядерная закваска хмелевая, которая готовится за 3 дня всего. Зацените, вот она в холодильнике. И вот она вся, просто вот, пока она не замерзла, она такая активная была. Причем ее подкармливаешь, и через 20-30 минут она уже вся, короче, бурлит. Очень хорошая, очень сильная закваска. Хлеб поднимает, наверное, раза в 3 готовый хлеб. Из цельнозерновой, ну, в смысле, готовый, то есть, когда идет расстойка, вот из цельнозерновой муки 3 раза поднимает. Я не знаю, что было бы из муки высшего сорта, но, короче, это супер закваска, готовится 3 дня. Рецепт. Берете хмель, сухой, не сухой, неважно. Главное, ну, спелый хмель. Берете ковшичек, наливайте туда воды и натрамбовывайте хмель, чтобы, ну, как бы воды почти не было, чтобы такая каша была из хмеля. И кипятите минут 10-15 на медленном огне. Процеживайте, остужаете, добавляете столовую ложку меда, ну, где-то на пол-литра, на литр столовую ложку меда. Не на литр, на пол-литра, литр много, на пол-литра жидкости. Столовую, можно 2 столовых ложки меда. И цельнозерновой муки пшеничной до консистенции густого кефирчика. То есть не сметана, но кефирчик. И все, и ставите. И ничего не надо делать, только помешивать несколько раз в день, потому что там оседает мука. То есть не надо даже подкармливать. И вот она, когда запузырилась через 2-3 дня, у меня вообще на следующий день она запузырилась, тогда можно будет подкормить еще раз и ждать, пока она вот до такого состояния дойдет, как у меня. Может потребоваться день, может 2, может 3, в зависимости от температуры. Вот, и все, используйте эту закваску. Офигенная закваска, просто идеальная. Нет такого, что ой, взойдет, не взойдет, она вот всегда готова. Так что пользуйтесь. Всем пока.